Всем привет! Привет, меня зовут Даник. Сегодня мы будем открывать какой-то дом для жуков. И сегодня мы будем открывать Хекс Баг Нано дом для жучков, да, с тренажерами с какими-то. Давай посмотрим, что тут есть. Смотри, Даник, внутри этой коробки есть какой-то очень редкий мутант, мутированный таракан. Смотри, он ведет себя как настоящий жук. Он может двигаться в разные стороны, влево, вправо, вперед. И он может перевернуться и назад встать на ноги, на свои. Вот он, этот жучок. Вон там его всякие там развлекалки, тренажеры, горки всякие. Написано, что очень легко собирается. Вот такой вот развлекательный центр для жучка. Что тут еще есть? Вот это мне интересно. Разные жучки, да, которые можно сюда поместить им, к ним, чтобы они жили. Вот мы взяли еще одного жучка, чтобы нам одному жучку не было скучно, чтобы они вдвоем там развлекались, да, Таня? Сейчас мы откроем коробку и все увидим. Вытаскиваем всю эту конструкцию. Все эти горки, качели, дорожки. И, конечно, обязательно должна быть инструкция, конечно. Жучка там замуровали крепко, да? Отлично. А тут еще какая-то деталь. А ну-ка. Какое-то колесико. Так. Пошел, пошел жучок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Держи его, держи. Ну давай всю эту красоту собирать теперь. Давай. Давай посмотрим. Здесь у него все развлекалки. Так, все, Данику жучок понравился. Все. Все, Даник будет играться в жучка. Тут разные колесики, качельки. Вот, смотри, чтобы жучок не убежал, тут все входы-выходы должны быть закрыты. Смотри-ка. Он залезает, а мы быстро Смотри, Даник, тут эти штучки, они закрываются. Смотри, чтобы жучок никуда не убежал. Это дверцы такие. Вернись! В общем, эту штуку можно построить так, как хочется. А все двери позакрывать лишние, чтобы жучок никуда не убежал. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь еще дополнительные детали. Их тоже можно прицеплять куда захочется, потому что здесь очень много вот этих вот дырочек. Вот этих вот отверстий, куда можно прицепить детали. А это знаешь, на что похоже, Даня? Нет. На автомойку на какую-то. Где мы ее поставим? Автомойку. Сюда. Супер. Как он гоняет. Как он гоняет, жучок? Подожди, тут надо закрыть до конца, смотри. Опа. Вот так. По-моему, застревает жучок твой. Ой, смотри, смотри, сейчас как убежит. Ты посмотри, что творит. Он очень клевый, этот жучок. По руке, по моей, он не хочет бежать. Давай сначала все построим, а потом будем запускать двоих сразу. Давай вот смотри-ка, тут можно соединить вот так. И здесь можно вот так. Так, смотри, сколько у него тут места. Погулять будет сейчас. У нас тут осталось еще несколько деталей. Куда мы их прицепим, всех вот этих штучек? Так, надо срочно двери позакрывать, чтобы... Ой, смотри-ка, тут все разбирается, обалдеть. Опа, закрываем двери, чтобы жучок никуда наш не делся. Так, как же это открывается-то? Так, тяжело открывается. И закрываем последнюю дверь. Вот здесь. И можно. Все закрыто. Ну-ка, давай проверим. Все закрыто тут у нас. Все, что должно быть закрыто, все закрыто. Давай запускай жука, посмотрим, как он тут будет носиться. Что он дергается? Аттракционы. Ну-ка, ну-ка, давай посмотрим, как он перевернется. Он сам перевернулся? Да. Ух ты, смотри, смотри, что творит, а? Ангел. Ой, он не может выйти, смотри. Ой,
О, откроем ему дверь. У! Давай откроем ему тут, чтобы он мог выбраться. Смотри, что творит, а? Дергается наш жучок. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Класс. Что ж ты застреваешь-то, жучок? Ну-ка, 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 я хочу посмотреть, как он переворачивается сам. Ну-ка. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. О, смотри. Ой. Ой, ой. А тут вот интересно, как он. Давай его сюда поместим, сюда. Как он тут пройдет. Просто он тут проходит. Он тут просто проходит, и оно крутится, что ли? Мне кажется, эта штука тут мешает чуть-чуть, ты знаешь? Так, вот давай. Нельзя сюда смотреть. Все, задраили люки. Второго запустим, посмотрим, что будет. А вертушку давай поставим посередине. Вот, чтобы он не застревал. Жучок, жучок наш. Детали тут, по-моему, больше, чем надо вообще. Так, это мы куда поставим? Сюда. Ух ты! Смотри-ка! Они же закрывают ему проходы, вот эти штуки. Все, и он не может никуда идти. Я-то думала, они просто крутятся. А они ему реально не дают пройти, эти штуки, смотри. То есть здесь можно дверь закрыть или открыть даже с помощью вот этой штуки. Вот. Ну что, запускаем второго жука? Да. Так, откроем. Он тут стоит. Да, этот жучок подождет своего друга. А вот и наш жучок. Давай, запускаем двоих. Посмотрим, как они тут будут веселиться. Давай одного и второго. Давай, вперед. Ух ты, класс. Анюта. Эш ты. Ты посмотри, что творят, а? Ой, аттракцион, ты посмотри. Обалдеть, посмотри, что творят. Перевернулся, ну-ка, ну-ка. Сейчас он встанет на ноги. А ну-ка. Либо ему друг поможет, либо он сам. Ну-ка, давай посмотрим внимательно. Не помог друг ему. Ой, ой, ой. Что творят? Прикольная игрушка. Что-то не может встать этот товарищ новый наш. Все, молодец, Даник его поднял. Все, пошел гулять. Пошел гулять, проверять, что тут. Ла-ла-ла-ла-ла. Ух ты. Смотри, как им весело тут. А, Даня? Он ломится, ломится в дверь. Они в догонялки начали играть тут у нас. Да. Два зайчика. Два зайчика? Смотри, они как трясутся. Да, помоги им. Смотри, как здорово в карусели он играет. Смотри. Убегайте, убегайте. Ну, поднимайся, поднимайся. А вот этот умеет подниматься. Помоги своему другу. О, смотри, смотри, какой резвый. Закроешь он? Зачем? Все, теперь он там. Теперь он будет ломиться там. Прикол! Теперь они вдвоем ломятся. Открываем скорее. Воу, застряли. Как этот прикол. А, прикол, застряли. Застряли жуки. Он им почти помог. Да, он им почти помог. То я забыл. Стой. Вперед, жуки! А ну-ка! Двое! Ой, ты посмотри, мне кажется, они быстрее стали. Мне кажется, или действительно оно так? Пропустите! Нет, действительно!
Смотри, видела, они застряли вдвоем. Ой! Такое ощущение, что он там покушает, пришел, там все так гыр-гыр-гыр-гыр покушал такое. А когда он, смотри, он кушает. Кушает качелю. А если их вдвоем запустить в эту карусель? Ну-ка. Смотри, смотри, он тоже хочет. А ну-ка давай. Вдвоем. Вот это класс! Как хомячки, а? Смотри, а этот ищет выход. Ну какой хитрован. Хватит, хватит развлекаться. Иди давай. Иди по туннелю пробегись. О! Проверяет, проверяет двери, смотри. Деньги! А Таник, вход платный. По-моему, он рассердился, он на тебя рычит прям. Делай. Класс. Да нельзя. Все. Цикл. Все, закрыл ему дверь. Смотри, смотри, ломится, ломится. Его друг даже не спасил. Все, ты его закрыл. У нас тут настоящее жучковое реалити-шоу. Паровозиком идем. Смотри, 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 как они протискиваются, щемятся. Помоги одному. Он сейчас сам встанет, смотри. Он должен сам встать. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. О, смотри, 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 побежал. Ух ты. Смотри, смотри. Вот это да. Карусель, карусель, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ой, он здесь что-то стоит. Ой, Даник, ты ему катапульту сделал. Прикол. Ну, смотри, здорово, весело их двое. Ну все, будем заканчивать? Да. Если вам нравятся нано-жуки, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока!